Уральская улица и она же братьев Коростелевых, она же, правда, частично улица Пушкина. Когда-то, как и некоторые другие, жалась к восточной границе города. Уральская, дальше Ильинская, Сенная, еще кое-где Соловьиная, а потом уж и Полевая, Продольная. И чего только на этой улице не происходило и не случалось. И кое о чем в нашей сегодняшней истории. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».